В условиях, когда наша страна столкнулась с санкционным давлением в Тверской области, был создан пакет мер по поддержке предпринимательского сообщества. Он утвержден главой региона на одном из заседаний правительства в марте этого года. На предприятии, где уже воспользовались льготным займом, побывал наш корреспондент. Одним из получателей льготного займа стала компания «Гелиос». Здесь занимается изготовлением дымоходов. Все начинается с производства заготовок на станке, затем вальцовка, то есть придание необходимой формы, и сварка. Гильотина, самый первый станок, да. Дальше у нас самый главный — три вальцовочных станка, три плазменные сварки, итальянские с подачей аргона. Шовчик идеальный выходит уже после стыков. Не прогревается металл, сразу идет охлаждение. И, в общем, ровные, красивые швы, надежные, крепкие. На предприятии выпускают несколько видов дымоходов. Здесь одними из первых в России стали изготавливать толстостенные дымоходы из 2-миллиметровой стали. Кроме того, компания является дилером огнестойкой фиброцементной плиты. Чтобы исправить проблему с логистикой и задержкой поставок, в компании решили воспользоваться льготным займом. Мы воспользовались займом для покупки товара. Есть задержки по поставке сырья, комплектующих, и многие фирмы работают именно по предоплате. Эта сумма помогла нам купить товар для производства наших дымоходов. Деньги выдаются по программе «Стабильный бизнес» от Фонда содействия предпринимательству. Предоставление кредита введено весной этого года в условиях санкционного давления. Займ предоставляется в сумме до 2,5 миллионов рублей под 5% годовых. Предельный срок займа составляет 2 года. Обратиться за займ можно в центр «Мой бизнес» через форму сайт фонда и по телефону. Наши сотрудники проконсультируют о доступности данного финансового продукта, и данный займ можно привлечь на выгодных условиях. За 2 месяца фонд по программе «Стабильный бизнес» выдал займов более чем на 140 миллионов рублей. Всего за первые полгода 2022 года фонд содействия предпринимательству Тверской области предоставил займов на 500 миллионов рублей. Достичь эти результаты мы смогли за счет льготных ставок, которые доступны для наших предпринимателей, в отличие от тех ставок, которые предлагают коммерческие банки. По мнению главы региона, главной задачей господдержки предпринимательской деятельности – это сохранение рабочих мест, дальнейшая работа над инвестиционными проектами, доступные займы для бизнеса, помощь в налаживании новых связей внутри региона и всей страны. Мы считаем, что сегодня у нас есть все шансы развернуть экономику, занять новые ниши, получить новые объемы производимой продукции. Поэтому будем стараться использовать это время для роста нашей региональной и национальной экономики. На федеральном и региональном уровне сформированы меры поддержки бизнесу по отраслям и секторам экономики. Это специальные кредиты для малого бизнеса, поддержка промпредприятий, туристической отрасли и крупных компаний. А бизнес активно использует разнообразные формы поддержки.